Благослови, душе моя, Господа, благословен еси, Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! На этой седмице подходит к завершению Великий пост, Святая Четыридесятница. Впереди нас ожидает Страстная Седмица и Светлое Христово Воскресение. Сегодня мне бы хотелось вспомнить событие из жизни нашего Спасителя, которое предшествовало вхождению Господа в Иерусалим и дням Его крестных страданий. Это преображение. Данное событие нашло отражение во всех трех синоптических Евангелиях у Матфея, Марка и Луки. Мы с вами для ознакомления возьмем текст Евангелия по Марку, глава 9, стихи со 2 по 10. «И по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую особо их от них и преобразился пред ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем, и беседовали с Иисусом. При сем Петр сказал Иисусу: «Рави, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Илии». Ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глас глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». И внезапно, посмотрев вокруг, никого более с собою не видели, кроме одного Иисуса. Когда же сходили они с горы, Он велел никому не рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. Они же удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит «воскреснуть из мертвых». В Евангелии по Марку, как и у евангелиста Матфея, указывается, что описываемые события произошли по прошествии дней шести, после исповедания апостолом Петром Иисуса Мессии или Христом и Сыном Бога Живого. Это произошло в Кесарии Филипповой. Как мы знаем, данное исповедание дало повод Спасителю впервые открыть истинную цель Его мессианского служения и предсказать свои крестные страдания, смерть и воскресение из мертв. Но в отличие от Матфея и Марка, евангелист Лука указывает, что событие произошло дней через восемь после указанных ранее событий. В принципе, тут нет разногласий, как на это указывал еще блаженный Иероним, уточняя, что Матфей и Марк говорят о промежуточных днях, а Лука добавляет первый и последний. Таким образом, примерно через неделю после первого предсказания Христом о страданиях и смерти взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую особо их одних и преобразился перед ними». Ни один из евангелистов не называет данную гору, но устойчивое церковное предание гласит, что этой горой был Фавор. Стоит уточнить, что евангелисты, в отличие от других повествований, где скрупулезно описаны мельчайшие детали событий, в данном случае не заостряют нашего внимания на мелочах. Событие преображения открывает нам иного Иисуса. И это самое важное. На это должны обратить внимание читатели. Как, к примеру, и в событии крещения Господня, где авторы выступают не корреспондентами, ведя репортаж с места события, а иконописцами, наделяя каждое слово символом богословского содержания. Первое, на что указывают евангелисты, это некая гора. Гора – библейский символ встречи с Богом, место божественного откровения. Каждому читателю Священного Писания сразу приходят на память две главные горы Ветхого Завета – Синай и Сион. Первая – как место богооткровения, вторая – как место явного присутствия Божия. Гора – это то, что возносит Христа и учеников от земного, обыденного, если так можно выразиться, ближе к небу.
Спаситель возводит на гору преображения только трех верных апостолов – Петра, как исповедавшего его Христом и Сыном Божьим, Иоанна, как любимого ученика, и Иакова, великого проповедника и богослова, готового вместе со своим младшим братом испить чашу страданий вместе со Христом. Данные ученики, особо доверенные, упоминаются и как свидетели в другом случае. Только они присутствуют при воскрешении дочери начальника синагоги Иаира. Евангелисты описывают само преображение практически одинаково, указывая, что одежды его сделались блистающими, весьма белыми. Белизна одежд – еще один символ, который был понятен каждому иудею. Царство Божие, царство Мессии, представлялось в качестве великого пира для праведников, где каждый будет иметь от Бога белоснежную одежду. Таким образом, белые одежды Христа уже указывают на то, что Иисус является неотъемлемой частью этого царства. Но в отличие от Марка, Матфей упоминает и о том, что лицо Господа просияло, как солнце, а Лука, что вид лица его изменился. Данные уточнения возвращают читателя к древнееврейской священной истории, произошедшей на ранее озвученной Синайской горе. «Когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали откровения были в руке у Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. И увидел Моисей Аарон и все сыны Израилевы, и вот лицо его сияет, и боялись подойти к нему». Слава преображения Христа давала понять трем его избранным ученикам, что он является носителем божественной славы, которую в полноте явит уже в своем воскресении из мертвых всему миру. И вот в этом сиянии явились им Илия с Моисеем и беседовали с Иисусом. Илия – величайший из пророков, воплощение пророческой традиции. Моисей – законодатель Израиля, воплощение закона. В представлении богословской мысли времен Христа и Моисей, и Илия были восхищенными на небо пророками. В 4 книге Царств так говорится о пророке Илии. «В то время, как Господь восхотел вознести Илию в вихре на небо, шел Илия с Елисеем из Галгала. Когда они шли и дорогою разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо. Елисей же смотрел и воскликнул: отец мой, колесница Израиля и конница его, и не видел его более». Восхищение на небо пророка Илии воспринималось в богословской традиции иудеев и воспринимается некоторыми отцами и в нашей православной традиции как обетование Богом вернуть Илию на землю, как предтечу судного дня, согласно пророку Малахии. «Вот я пошлю к вам Илию пророка перед наступлением Дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Мы продолжим говорить о событии преображения Господня. Вспомним также и предания, сохранившиеся в истории о пророке Моисее. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, душе моя, Господа, Господи.